автор более 500 научных статей, 10 книг, которые переведены на многие языки. Денис Людов опубликовал с коллегами свое исследование. Человечество будет вести себя как всегда. И вот те точки, которые на этой картинке нанесены, начиная с 70-го по 2010 год, они... Профессор согласен с вашей оценкой текущей ситуации. Представьте себе, что это кольцо, это сим количество лет страны третьего мира достигнут такого же уровня развития. Historically, a fluctuation in the